Еще раз приветствую. Сейчас мой коллега продемонстрирует вам новый лук. Итак, предлагаю вашему вниманию новинку. Это лук, который имеет рабочее название «Элефант». Визуально он очень похож на классические новые Hunter Bow времен их появления, 50-е, 60-е годы, то есть, условно говоря, возвращение к истокам. Такими луками впервые охотились, именно новая такая классическая модель Hunter Bow, в Америке. Их начали изготавливать тоже Фред Бир и его коллеги в 50-е годы. То есть это была принципиальная потерянная новинка, из них затем выросли все современные луки. Чем этот лук отличается от тех луков? Тем, что мы, используя старые классические визуальные решения, используя современные материалы и современные формы плеч. То есть лук выглядит как классический гризли, но за счет более агрессивной формы плеч он получился легче и быстрее. Вот. А еще есть главная деталь, за счет более длинных плеч он очень мягко тянется, очень комфортно в вытяге для рослых стрелков, и при этом он остается достаточно компактным для тех людей, кто интересуется 3D-арчери, филд-арчери, для стрельбы в условиях пересеченной местности. Так что эти луки, кстати, тоже уже прошли испытания, получили самые высокие оценки, и буквально вчера мы проводили замер скоростей, и, как ни странно, для своих размеров этот лук показал очень высокую скорость вылета стрелы. Мы их предложим для всех желающих, и они смогут их приобрести. А сейчас, что называется, новинка сезона, и, если так можно выразиться, небольшой прорыв. Сегодня я презентую вам принципиально новую модель. Этот лук, скажем честно, буквально только-только из мастерской. Он даже не имеет серийного названия. И поэтому эта модель называется условно Prime, то есть первый. У него будет новое название для серийных луков, но это прототип. Он еще, что называется, проходит испытания. Но уже первые тестовые испытания показывают самые высокие характеристики. В чем особенность? Эти луки, вот, видите характерную форму рукояти, отличаются очень удобным хватом, вот, очень агрессивная форма плеч, то есть он выдает очень высокую скорость вылета. При этом короткие плечи обеспечивают его максимальную мобильность. Эти луки в свое время задумывались как наиболее быстрая, наиболее агрессивная модель. Еще американцами, корейцы такие луки делали. И теперь такие луки делаем мы, в традиции лучной. Что дает такая форма? В первую очередь. Вот такая рукоять с глубоким хватом дает очень удобный хват и прицеливание. То есть, кто когда-нибудь занимался стрельбой с пистолета, знает, как важно удобный хват для точной стрельбы. Здесь хват максимально удобный. Второе. Агрессивные плечи, вот форма плеч, выдают очень высокую скорость вылета при очень компактных размерах. То есть визуально лук практически не больше Сатурна, но за счет агрессивного изгиба плеч у него длина тетивы на 3 дюйма больше. Это дает длинный ход тетивы и более высокую скорость. Кроме того, как я уже сказал, лук очень компактный и очень подойдет любителям стрельбы филдарчи. За счет высокой скорости вылета этот лук практически не требует поправки на дальность до 35-40 метров, что очень важно для стрельбы в условиях переменной дальности. Вот. И кроме всего прочего, эти луки, вот, мы планируем в ближайшее время уже закончить испытания и предложить желающим их привезти, кроме всего прочего, они будут сделаны из самых лучших материалов, наборная рукоять будет очень красиво выглядеть. Сейчас он еще находится в процессе испытания, но в самое ближайшее время они уже будут доступны для всех желающих. Хорошая вещь, рекомендую.